Так, поставила жарить зажарку, засыпала уже картошку, достала мясо, чтобы его нарезать мелкими кусочками. И готовим супик. Так, давайте кружку налью попить. Так, в целом, ребят, сейчас буду делать оладушки на кефире. Давай кружку я тебе налью. Просто дети большинство хотят оладушки. А Катя хочет просто попить. Там просто не было, Катя. Было бы больше, я бы взяла бы больше кефира. Я жду, когда привезут. Много наберу, чтобы вы напились уже один раз, да? Кефир они у меня тоже любят. Многие спрашивали, что они у меня молочное любят. Они у меня и кефир. Вот здесь в столе сахар. И кефир любят, и молоко любят. Так, это я немножко оставлю. Мне надо будет потом кое-что сделать. В целом, буду сейчас делать оладьи. Решила сделать оладушки деткам. Оладушки, оладушки, оладушки. Постряпаю сейчас. Я всегда немножко в оладушки добавляю еще водички, чтобы не сильно густо было. Так, два яйца. И сейчас сделаем оладьи. Разрыхлитель сейчас достанем еще. Два яйца, разрыхлитель. Вот так вот у меня приправы пока хранятся, потому что что-то не могу пока я организацию придумать для них. Надо сделать какую-то организацию. Напишите, если кто-то может, скиньте, как вы приправы свои храните. У меня пока вот так вот. Вот у меня здесь все приправы, все, что у меня есть, что присылали, все у меня здесь лежат. Я по-другому пока никак. Сделаю деткам оладушки, супик сварится. Макароны вам варить, а то один говорит, свари макароны, другой говорит, не надо вам что-то делать на второе, макароны или кашу? Макароны. Макароны, кто бы сомневался. Что вы одни макароны только любите. Муку я хранила, уже показывала вот в таком контейнере. Многие спрашивали, поэтому так вот. Ладно, сейчас замешаю тесто и вернусь к вам. Вы не убегайте. Хочу еще сказать огромное спасибо Елене. Она мне подсказала, чем можно заменить кофе, не вредя своему здоровью. Она говорит, кофе можно заменить жидким этим цикорием. Во. Спасибо огромное. Как увижу где-то в магазинах, обязательно куплю и попробую. Его даже она, как написала, можно давать детям. Что ты хочешь? Нет, жидкий цикорий мы не пили. Мы брали всегда сухой в пакетах цикорий, так ведь? Ну, а тут прям жидкий в баночке, мне как-то объяснили, мне даже фотку. И я такое уже пила когда-то цикорий, по-моему, у подруги у своей. Ты что, хочешь какао делать или чай? Какао нету. А какао вы уже допили весь? Маша тут себе чай делает. Я сейчас буду разрезать мясо для супа. Маша, как у тебя дела в школе? Расскажешь? Хорошо. Хорошо? Сейчас направлю вам, чтобы видно было. А то вы просите Машу показать. Вот она, Маша. Никуда Маша наша не пропала. Мясо мне дай. Кого тебе дать? Мясо. Мясо тебе дай? Да. Ух ты какая! Как мясо-то это не трогает. Курит. Жопка она горькая. Какое деловое мясо. Захотела. Будем на Новый год это делать, холодец? Нет. Нет? Да, кто-то возьмет.
Ну, кто захочет, тот поест. Маше нравится, да, Маша, холодильник? Много останется его, его никто почти не ест. Так нет, так его потом можно есть любой день. У нас он Егорка ел, папа ел. Это я, Катюша, для супа мяско. Что мы будем делать на Новый год? Пока еще не знаю. Ну, селедку под шубой точно, да, Маша? Угу. Какой, Маша, еще будем салат делать? Крабовый, да? Всегда мы на Новый год запекаем курочку в духовочке, да, Машенька? Угу. И что еще мы готовим? Из картошки. Пюре! Ну, посмотрим еще, может, посмотрим какие-нибудь новые рецептики, да, легкие бутербродики какие-то сделаем. А так, даже не знаю, что-то мы как-то... Мы всегда смотрим по деньгам. Если что-то есть, мы готовим. Если денег мало, то, конечно, там уже ничего-то не приготовишь и не сделаешь. Так что там будем уже смотреть по обстоятельствам. Многие просили показать елку нашу. У нас елка старенькая, на днях, да, наверное, Катя? Просят подписчики показать нашу елку. 4 декабря. 4 декабря будем доставать елку? Да. Почему? Ну, не знаю, надо ее достать, разобрать для того, чтобы помыть, да? Чтобы ее помыть, и просохла она потом. И просили показать еще какие игрушки. Ну, а некоторые игрушки у нас с Германии, которые прислали, Оля, спасибо большое. И некоторые наши старые еще игрушки. Мы вам потом обязательно заснимем с девчонками, да, девочки? У Кати нос торчит. И обязательно вам покажем, какие у нас игрушки есть вообще. Нынче сказали мне, вот когда Оля прислала посылку, мне потом женщина написала, говорит, Настя, нынче вешать красные елки, игрушки на елку нельзя. Я спросила, почему? Она говорит, потому что год быка, а бык на красное очень плохо реагирует. Поэтому, говорит, пока не весь. Я говорю, ну тогда Оля обидится, что нельзя. Да и у нас других игрушек пока нету. Ну вот посмотрим, там видно будет, ребят. Так что оставайтесь с нами, готовим дальше кушать. Так, дорогие мои, сварила уже супик. Сейчас ложку достану, покажу, какой он у меня получился. Вот такой вот спагетти с мяском. Супик очень вкусно. Наложила пока 3 порции. Старшие сказали, пока не хотят. Потом жарю оладушки. Вот уже по порции, по маленькой положила. Поедят и еще потом будут кушать. Всем, кто кушает, всем приятного аппетита. Я продолжаю жарить оладушки на печке. Сейчас Ванюшенька будет кушать оладушки. Да, Ванечка? Да. Да, иди туда, сейчас тебе принесут оладушки с чаем. Все, таскайте чай туда и маленькие порции туда. А сами здесь садитесь, когда ешьте. Маленьким уноси туда на стол. Ване, Марине, Оксе. Ладно, продолжаем готовить. Оксана сидит, кушает. Оксана, вкусно? Угу. Она так интересно ест. Сначала поела оладушки, а потом начала, что есть, супик. Вот такой вот она ребенок. Я продолжаю жарить оладушки. Сейчас тоже хочу поесть. Что-то никто не хотят есть, так и стоят тарелки. Все сытые, все довольные. Что просили маму оладушки жарить, не понимаю. А сами плохо едят, да, Оксана? Угу. Приятного аппетита. Спасибо. Пока жарятся оладушки, решила ответить еще на один вопрос. Многие меня спрашивают, как я готовлю, ну вот, какие предпочтения даю. Я всегда спрашиваю своих детей, что они хотят. Потому что то, что я хочу, большинство моих детей это не едят. Как вы заметили, волосы немножко заделала в резиночку, но все равно упадут. На парикмахеру идти постричься.
Поэтому вот они мне сказали, мам, мы хотим суп. Я у них спросила, какой вам суп. Они почти все сказали, мы хотим со спагеттими. Поэтому я сварила со спагеттими суп. И вчера они мне еще сказали, мама, пожарь нам оладушки. Мы так, говорит, хотим оладушки с вареньем. Поэтому я сегодня пожарила оладушки. Я надеюсь, что я на ваш вопрос ответила. Но я всегда предпочтение даю тому, что хотят дети. Вот такой вот будет мой ответ. Все, дорогие друзья, дожариваются последние три оладушки, ну а я снимаю фартук. Ура! Для меня праздник! Дожариваю последние оладушки и иду с Оксаной, надо доделать уроки с ней, потому что еще мы не все сделали уроки. Многим не нравится вот эта вот полка. Что за громождение? Ну, ребят, потому что мне шкафов не хватает, у меня кастрюли много. Ну вот на данный момент пока получается и тазики, и мне на крупы куда-то ложить, и мне на все куда-то ложить, поэтому мне вот эта полка удобна. Почему? Я когда приготовила, мне на горячее поставить куда-то так, чтобы дети не достали. Я или здесь ставлю, а здесь ставлю пустые кастрюли, сверху у меня тазики. Как вы заметили, у меня вот тазик большой стоит вот там. Мне тазики тоже нужны, где что постирать, где что делать. Сегодня достала Оксанины вот эти вот сапожки. Нам тоже их кто-то отдавал. Но оказалось, что они нынче маленькие. Поэтому вот хочу предложить своим знакомым, кто заберет. Может быть, они на меху толстые, зимние. Сапоги. Оксана в том году в них бегала всю зиму, а нынче вот они маленькие. Если кто с Красноярска смотрит, приходите, забирайте сапожки. Сапожки целые, хорошие. Во дворе где-то бегать, по идее, хорошо будет. Так, ладно, дожариваю и идем уроки делать. Легла немножко отдохнуть. Пока Маша делает уроки за компьютером, я решила полежать. Сейчас Маша доделает, я быстренько выпущу видео с распаковкой. А потом пойду не на собаку помыть. Йорк-терьер у нас, как вы помните, наша старая Мася. Она как выйдет на улицу, там пообщается с кошками. Нынче тут тепло было, а она тут с кошками соседскими, видать, или с какими-то побыла на горке. Ну и все, и она опять у нас блох наимала. Я уже устала бороться. Это какой-то трындец. Она у нас как на улицу выйдет. Ну-ка, одеяло не делайте так, Оксана. Зачем так одеяло портите? Как она у нас выйдет на улицу, так обязательно блох наимает. Я уже не знаю, как мне с этим бороться. Посоветуйте какой-нибудь шампунь хороший от блох или ошейник какой-нибудь хороший, который правда действует. Потому что мы как-то покупали у нас здесь ошейник специально от блох. Стоит он недешево, а толку от него вообще ноль. Ладно, дорогие друзья, вот такой вот у меня сегодня был день. Уже не буду, сфоткаю потом, когда мы будем Масю мыть, по идее. Многие просят, Масю, покажите нам Масю, но Мася старая, спит где-то опять, а постоянно спит. Ладно, вот такой вот у нас был день. Если вам понравилось, пишите ваши комментарии, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал. Сегодня выставила фотографию молитвы, которая мне пришла китайская. В ближайшие дни начну ее вышивать, быстренько ее оформлю. И хочу, чтобы осветили мне ее в церкви. У нас тут знакомые часто ходят в церковь, у меня времени нету, но вот попрошу их, чтобы они мне осветили ее в церкви. И это повешу сразу в прихожей, вот как раз ремонт доделаю и повешу. Ладно, вот такой вот был день. Если вам понравилось, пишите ваши комментарии, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал. Всем хочу сказать огромное спасибо вам, что вы остаетесь с нами. Я желаю вам крепкого-крепкого здоровья. Я желаю вам всего самого хорошего. Ну и всем пока-пока.